Вы в китайском ТикТоке будете? Да. А я тут по-китайски говорю? Не дам уезд. Добрый день, друзья. Недобрый день, недруги. Здесь многие ликуют, комментируя этот ролик. Мол, китайские добровольцы появились на Украине. Воюют с НАТО. Сейчас, мол, как хулиард китайцев подтянется. И все. Вопрос решен. Мне кажется, что это, скорее всего, приехал человек не по зову сердца, а по долгу служебному. Думаю, китайцам надо перенимать опыт боевой. Знаете, Жириновский в свое время говорил, что преимущество американской армии в том, что она беспрестанно воюет. Не было года, чтобы американцы не воевали. Потому что боевой опыт необходим для того, чтобы победить. А китайская армия не воевала. Поэтому я думаю, что, скорее всего, это не сколько добровольец, сколько стажер.